Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня о сыворотке от компании Tropicana Oil. Сыворотке для волос на основе кокосового масла, которая является питательной, увлажняющей, смягчающей, укрепляющей волосы по всей длине и защищающей от ломкости и выпадения. Я расскажу второй раз тем, кому уже нет необходимости смотреть подобное видео, и всю информацию вы почерпнули из первой версии данного. Можно и отказаться от этого. Ну, а если есть желание посмотреть, то информацию немного другого рода вы получите. В составе продукта кокосовое масло. Оно главный компонент. Масло кокоса смягчает и увлажняет локоны, насыщает их витаминами и жирными кислотами. Оно спаивает расслоившиеся чешуйки, препятствует вымыванию кератина, борется с перхотью, зудом и болезнетворными проявлениями. Масло также восстанавливает липидный обмен и ускоряет рост волос. Также в состав этого продукта входит сквален. Этот компонент быстро встраивается в липидный слой волоса и препятствует испарению влаги. Сквален укрепляет кератиновые чешуйки локонов, смягчает и увлажняет кожу головы, питает волосяные фолликулы и стимулирует рост волос. Также в состав данного продукта входит витамин Е. Этот компонент активизирует кровоток и нормализует циркуляцию лимфы в кожных покровах головы. Это позволяет ускорить рост волос, защитить их от ломкости и выпадения. Витамин Е также повышает упругость и эластичность волос, нормализует гидробаланс и улучшает доступ кислорода к волосяным фолликулам. Какие преимущества в использовании данной сыворотки? Первый – это восстановление. Сыворотка помогает быстро восстановить тусклые безжизненные волосы. Она также позволяет улучшить состояние сеченных кончиков, придать волосам силу, объем, красоту, гладкость и здоровье. Вторая функция этой сыворотки – это укрепление. Она помогает укрепить локоны от корней до кончиков, обволакивает каждый волосок и защищает от ломкости и выпадения. Также данная сыворотка обладает свойством кондиционирования. Помогает быстро улучшить состояние локонов, снимает статическое напряжение, устраняет спутанность, облегчает расчесывание, делает локоны более мягкими, гладкими и послушными. При этом сыворотка легко распределяется по волосам и не создает жирного блеска. Еще одной функцией является защита. Сыворотка не образует на локонах защитное покрытие, которое оберегает от неприятных запахов, табачного дыма, перепадов температур, от свободных радикалов защищает, а также других внешних воздействий. Форма выпуска, как я уже говорила, это прозрачная пластиковая упаковка, прозрачный флакон с зеленой этикеткой. Имеет удобный дозатор, который помогает извлекать оптимальное количество продукта, а это количество измеряется каплями. Здесь головочка не спреевая, а вот такая вот дозирующая капельно. Объем продукта 70 мл. Способ применения следующий. Выдавить несколько капель сыворотки на ладони, растереть их и нанести на локоны. Равномерно распределить по всей длине. Смывать средства не нужно. Можно наносить масло как на влажные, так и на сухие локоны. Таким образом, данный продукт будет тратиться очень и очень длительное время, создавать приятный аромат и такое хорошую консистенцию волос. Хватит этого средства очень и очень надолго. Здесь вы видите надпись «Fresh», то есть здесь с ароматом свежести данный продукт. Очень экономичный, очень приятный и весьма полезный. Ну а кроме того, вы видите, сейчас в помещении достаточно жарко, масло растаявшее, но оно не застывает, в отличие от
кокосового масла при температуре и гораздо ниже той, что сейчас. То есть ничего растапливать не нужно, подогревать каким-то образом. Но это как раз создается за счет того, что продукт не чисто масляный, а с добавлением многих ухаживающих компонентов. На этом я прощаюсь с вами и сниму еще третью версию рассказа об этом средстве. Если кому-то необходимо будет обратиться к нему, то это будет следующее видео. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.